Так, что еще, что еще? И, ребят, сабы, пожалуйста, никогда не пишите мне, что там вам пишут нон-сабы. Даже вообще мне не доводите до моего сведения, что они вам вообще пишут. Типа, окей? Я вообще не хочу знать о существовании нон-сабов. Эти люди давно мертвы для меня в душе. Так, что я хотел? Одежда, помощь. А, прокачаться. Есть здесь в разборе пушек дресня, которая позволит... Нет, электроника, ядерный материал, это неинтересно. Мне нужно было другое. 33-й для ниндзя. Здесь 23-й. Хакер, сложные терминалы не хочу, наука не хочу, эксперт подрывничаем выше бабах, тем лучше. Слушайте, я выносливость начну качать. Я реально буду выносливость качать, чтобы потом гуля взять на 9-м левеле, мне радиация надоела просто до усрачки. Так ощущение, что вся игра про борьбу с радиацией, если честно. Автолевелинг очень сильный, конечно, тут тоже еще, потому что постоянно все противники примерно одного с тобой уровня, и оружие у них примерно такое же. Так, значит, откуда я пришел? Хер его знает, куда мне идти, хер его знает. Ну, пойдем вот так. Наверное, это будет такой квест, знаете, который... Один из тех, которые в гугле вбивают, как найти путь свободы. Я уже уверен, что там есть ссылки, которые... Потому что даже идти по этой красной хреновине довольно тяжело. То, что я не заметил, да, согласен. Виноват. Я понятия не имел, что такое вообще существует. Блин. Прости, Пайпер. Я не хотел тебя подставить. Ноускоп, MLG. Все. ATNEXT. 8D. Не, небось, какой-нибудь... Собрать какую-нибудь пятнашку придется из этих букв, так что лучше запишу. От греха подальше. Слушай, а где супермутант, которого я здесь убил? А, вот. Так, я... Так, я шел... В конце концов, все мы можем расслабиться. Это был стрессовый момент. И, возможно, он преодолен, а возможно и нет. Так, пойду. Уходи. Главное не потерять эту линию, потому что, мне кажется, я не туда пошел. Такая ты тварь вообще. Вот этот трейдер-тварь, ну такая тварь. Ну, зачем он меня поджег? Че ему нужно было от меня? Тут даже будильника нет, как он завалящего. На пружинке разобрать. Так, все, я потерял эту линию, надо назад идти. Да, гумозная херня, конечно.
Чё у меня там 7, 6, 5 и 8? Мне почему-то кажется, что я вообще не в ту сторону пошел, потому что у меня сначала было 7, потом 6, 5 и 8. Ага. Это? Один Р. Путь ведет прямо к церкви. Это церковь? Ей. Идет один Р. Найти подземку. Я нашел ее, да? Дыру. Ну, сейчас, ребят, бумстик достану свой, чтобы рассказывать вам по хардкору. Сейчас умру. Нет. Спасла меня моя крошечка. Блин, как же хреново-то с этой радиацией. Антирадин вообще не предвидится нигде. Так что будем еще больше радиации хавать. Так. Антирадин, пожалуйста. Игра, сжалься. Крышка, половник. У меня уже скоро шестой палец вырастет на ноге, ей-богу. Я его видел. Зато нет худа без добра. Теперь с одного стимпака я почти фуловый. Блин, Радыкс. Давайте примем Радыкс, потому что как бы их у меня 23, и мне надо было давно это сделать, если честно. Как только я увидел первого гуля в этом замечательном сексуальном месте. Бэггуд. Че за дресня? Погоди, погоди. Дресня какая-то. Бостон The Freedom Trail. Здесь вообще хер что прочтешь. Графоуни-то не завезли. Ну, нажмем. So, that's not right. Шо, но трать-то? Это что такое? Кольцо повернуть против часовой. А, ну вот, это пятнашка, о которой я говорил. Так, 1R. Так, это, видимо, слово. 1R. Потом, значит, прочерк, прочерк. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пятая R. Шестая D или О, блин, что я записал, не пойму. Ну, О, наверное. Потому что... Седьмая А. Восьмая D. Род. Р-род. Ривер. Ри... Какой-нибудь ривер-род, не знаю. А, все, понял. Все, понял. Ща, погодите, скиньте. Скиньте.
Так, R. Крутим кольцо. Блин, а. Нет, а, не, все правильно. О, боже, выдумщики херовы Беседкины. А, все вижу. Тресня. Хорошо, я хоть с этим догадался сразу. Сейчас бы еще 4 часа тут мутаборились. Блин. Придурки. Дездемона, так явно добиваешься нашей встречи. Но прежде чем мы продолжим, ответь на мои вопросы. Кто ты, черт тебя дери? Я Томат. Правый фанат. Со мной сливы лиловые. Молодые алдовые. Вы-то кто? Why don't you tell me who you are first? In a world full of suspicion, treachery and hunters. В мире полном подозрений, предательства, охотников. Мы единственные друзья синтов. Мы подземка, так что отвечай на мой вопрос. Пусти оружие. Вот когда я пойму, что ты не представляешь угрозу, тогда и опустим. Кто рассказал тебе, как с нами связаться? Карл вляпался в неприятности, и мне удалось ему помочь. У него есть знакомый, у которого есть знакомый, который мне и намекнул. Всем будет проще, если ты будешь говорить правду. Кто тебе рассказал про нас? Я не хочу никого подставлять. Мы выясним, так или иначе. Последний вопрос. Зачем ты здесь? Мне удалось выследить и убить охотника в Агаринтек Дженетикс. Теперь нужно взломать код с его чипа. Мне нужна помощь. Что-что? Чип? О таких вещах не шутят. Не знал, что даст вечеринка, а мое приглашение где потерялось. О, вижу, я убийцу охотников пригласил. Дьякон, ты опоздал. Хочешь сказать, что эта птица действительно может убить охотника? В одиночку? Да на такой даже Глории не способна. Экстренные новости, босс, он вроде как большая шишка. Если допрос закончен, лучше проявить немного уважения к этой машине для убийства охотников. Просто дружеский совет. Я должна перед тобой извиниться. Любой, кто убил охотника, мой друг. Я Дездемона, я возглавляю подъемку. О, да, со всеми этими загадками и шифровальными кольцами вас очень трудно найти. Мы наблюдаем за всеми, кто желает с нами встретиться, с того момента, как они вступят на путь содружества. Тот, кто несет угрозу нашей организации, найдет здесь лишь пустое помещение. Дес, мы должны его впустить, у него же неповрежденный чип охотника. Это нарушение правил безопасности. Ну и хрен, нахрен протоколы, он убил охотника, значит он точно не работает на институт. Мы впустим его в нашу штаб-квартиру, мы первые представляем, какую такую привилегию постороннему. Внутри обсудим, что делать с твоим чипом. Чревовещатели, это которые с куклами сидят и открывают им рот, а сами с закрытым сидят. Это не то, что ты думаешь, чувак. Посмотри значение слова чревовещатель в словаре.